Известному ученому, доктору исторических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, почетному работнику высшего профессионального образования, члена Союза писателей России, Аскербию Куйчуеву исполнилось 80 лет. Отпраздновали юбилей в КЧГУ имени Умара Алиева. В данном вузе он работал сначала проректором по учебной работе, а затем и ректором. О человеке, стоящем на службе у науки, расскажет Альбина Ламкова. Юбилей известного ученого Аскербея Куйчуева стал настоящим праздником для гостей торжества. Этот человек, чья жизнь заслуживает особого уважения и подражания. Путь его в науку был непростым. Аскербей Дагирович родился 22 апреля 1943 года в ауле Сарытюз. В ноябре того же года семья Куйчуевых вместе со всем карачаевским народом была депортирована в Казахстан. После возвращения на историческую родину Аскербей Куйчуев закончил образование в средней школе. Затем служил в армии на Черноморском флоте. После поступил на исторический факультет ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского госпединститута имени Герцена. На этом его образовательный процесс не завершился. Он прошел путь от студента до профессора. Большую часть жизни Аскербей Куйчуев отдал изучению истории, событиям прошлого, особенно темам депортации карачаевского народа, обеспечения мира на Северном Кавказе. Уделял большое внимание научным работам. Это дело 80-летний юбиляр продолжает и по сегодняшний день. Мои мечты сбылись. Я доволен всем. У меня была мечта служить народу. Эту мечту я выполнил. Написал 23 книг. Служил культуре карачаевского народа, культуре народов Северного Кавказа, России. Знаменитый педагог, наставник и просто хороший человек. Говоря о юбиляре, сказал исполняющий обязанности ректора КЧГУ имени Умара Алиева Таусултан Узденов. Еще добавил, что имя Аскербея Куйчуева золотом вписано в историю образования, науки и культуры республики. Таусултан Узденов в торжественной обстановке вручил ему свидетельство почетного наставника университета. Являясь советником при ректорате университета, всегда очень чутко реагирует на все изменения в системе образования. Его аналитические записки, инициативные предложения всегда очень важны для нас, и мы ценим, уважаем. В сегодняшнее процветание университета входит и огромный вклад предыдущих ректоров. Аскербей Дагирович – один из них. Он 10 лет руководил вузом. Организаторская, научно-педагогическая и общественная деятельность Куйчуева нашла должную оценку со стороны государственных, ведомственных, республиканских и общественных органов. Он обладатель многочисленных наград. Аскербей Дагирович многие годы жизни посвятил делу воспитания подрастающего поколения, формированию его активной жизненной позиции, подготовке педагогических кадров нашей республики. Руководя долгие годы вузом, главной кузницей педагогических кадров для школ республики, Аскербей Дагирович много сил и энергии вложил в его развитие. Целеустремленность, порядочность, внимательное отношение к людям, профессионализм и жизнелюбие Аскербея Куйчуева снискали уважение среди коллег, близких и друзей. В каждом обращении к юбиляру говорили неподдельные слова восхищения с пожеланиями творческого долголетия. Кстати, музыкальные номера торжества сопровождались песнями на стихи юбиляра Аскербея Куйчуева. Альбина Ламкова, Медина Джанкиозова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский район.